Всем привет! Привет всем! Всем привет! Мы в городе Сочи. Мы только что вышли из поезда. Ну что, навстречу приключениям, путешествовать, гулять, про... Мы на юге. Посмотрим пляж. Посмотрим пляж, да-да-да. Ничего не будем говорить, будем просто идти. Просто улыбаемся. Это парк Ривьера. Ривьера. Пошли туда сходим. Да. Так там было дело. Прикольно. А время 2 часа. А Ира там вообще где? Ну, обнимай. Твою мороженое. На маму смотри. Кто сейчас мороженое кушать будет? Мы. Вот посыпки там. Круто. Сюда попали. Да, нам всегда. Даже так? Я буду долго было. Вот, смотри, сейчас тебе накладывают. Ань, орешки, наверное, да? Какую посыпку, Зай? Да. Только пасхальные шарики вот эти не сыпьте, пожалуйста. Анют пусть сама выберет. Вкусов будет. Орешки, орешки. А посыпка вот здесь, смотри, Анют. Ань, смотри, вот. Грецкий орех нужен. Грецкий орех, да? Такой твой любимый здесь нет. Грецкий орех, да. А вот они, 5 вкусов. Или 6. 6 выходит. Ну, нам, пожалуйста, 3 ложки. Да. Ой, красота, разноцветные. Ура! Показывай. Ой, ребенок. Спасибо большое. Спасибо. Показывай. Ты заплатил? Да. Пойдем всего кушать. Доброго. До свидания. Так, ты быстрее скажешь. А какая ложка у меня? Синяя? А мне какую? Опять желтая. Желтая я люблю. Давай. Шоколадный. Может быть, отойдем? Да. Или так, для рекламы постоим. Чтоб не развалился. Вкусно ли тебе, девица? Вкусно. Глазки поднимешь на меня? Нет, белый порвался. Вот этот. Ма, а вот этот вот белый другой просто ванильный. Понятно, главный поедатель мороженого. Thank you.
гуляем по парку, да? На, вот одежки. Спрятаться. Мороженое не приторное. Да. Это самое главное. Классное мороженое. Суперское. Мягкое мороженое. Мы любим его после Турции, да? Да, абсолютно. Точно. Парк, конечно, красивый, сад. Обязательно, но я еще начинаю там овал лица, там Итак, мы в парке Ривьера в городе Сочи. Сейчас пойдем искать, где нам остановиться. Может быть, на ночь, может быть, на двое суток. Да? В парке Ривьера нам очень понравилось. Здесь потрясающий воздух. И вкусное мороженое. И очень вкусное мороженое, да. Такое не очень сладкое. Оно совсем как будто бы не сладкое, да. Такое мягкое мороженое, классное. Без убитки. Да. Влажность сильная, да? Да. Сильная влажность после дождя. Воздух просто обалденный. Но землю хорошо, видимо, пролил. Потому что везде прям сыро, асфальт еще сырой. Хорошо, мы еще не попали под этот дождь. Да. Но все еще впереди, да? Гисметео, что там говорит? Дожди. Дожди. 10 дней. Так что мы успеем еще и под дождик попасть здесь. А сейчас мы идем искать... Пляж. Пляж. Да, хорошо. Привет, ну я такой живу. О, это какой жопастый. Я такой пугленький. А смотри, какие у меня ноги. О, тунс. И у нас тоже. Просто красивое здание. Понятия не имею, что там. Нам понравилось, да? Такое желтенькое. Желтенькое. Желто-белое. Такое яркое. Thank you.
Вот обнаружили земляка. Большой такой. Пляж Ривьера. Улыбнись! Ближе к цветам встаньте. Вот так. Вот так. Улыбнись, красавица. Купили билеты до Адлера. Сейчас поедем на электричке. Так? Все уже нагулялись. Да, частного сектора нет, оказывается, 640 лет здесь. Фитана, ты не опаздываешь за нами? Мы тебя снимаем. Нет, в Сочи слишком много движухи, а здесь как бы ходить до моря очень далеко, а мы привыкли, чтобы море было рядом. Все, мы дождались своего поезда и отправляемся в Адлер. Беленький домик? Да, он желтый. Дядя Роберто? Да. Чем другого выберем? А также азартные игры в поезде запрещены на протяжении всей поездки. Бережное отношение к оборудованию поезда будет способствовать вашему комфортному проезду. Мы приехали в Адлер, да, удачи? Да. Сколько мы ехали из Сочи? Минут 30, да? Минут 30 мы ехали из Сочи на «Ласточке». И вот мы уже в Адлере. Классно? Вот знакомые места, да? Мы уже на ЖД вокзале. Знакомые места? Да. Эйфелева башня? Да.